Ми знаходимося біля стенда StarTICS. StarTICS. Разом з Артемом, засновником бренда. Мені всі київські драмери вже всі вуха прожужжали про ці палички. Розказують. Ну, начнем с того, что нам всего лишь 3 года. Как бы, ну, и за эти 3 года мы очень сильно старались, работали для того, чтобы тебе прожужжали уши. Вот. Сработало хреново. Ну, старались. Не услышал еще раз, что ты... Я говорю, кажу, сработало хреново, да. Ну, сработало однозначно, потому что мы очень сильно трудимся, мы постоянно развиваемся, мы работаем с технологами, которые нам помогают делать действительно хороший, качественный продукт. Клас. Значить, ми вже так попередньо балакали, побажання від драмера, з яким я граю. Кожанка? Ні, від Дейвіда Лі. Це як можна швидше випустити палички з пластиковими типами. Коли намічається? Ну, взагалі, ізначально розробки вже навіть зараз йдуть. Вот. Ну, це тестові. Я думаю, к зимі ми зробимо перші вже пробники для масового, ну, як теста. Вот. А потім вже після удачних, я сподіваюся, тестів, зима, кінець зими, початок весни вже будуть вже дійсно пластикові наконечники. Шикарно. Тобто... Ще піврочку потерпіти і можна вже буде... Да, ну, на самом деле, это оказалось не так легко. Дело в том, что, ну, и вообще, я как барабанщик знаю единицы брендов, которые действительно качественно делают пластиковые наконечники. Потому что можно сделать наконечник, который отлетит на первой же репетиции. Бессмысленно, так же ж? Стыкався. Да, было, было. Так. Материалы какие у нас засосовываются? На данный момент мы сделали акцент только на украинском грабе. Мы перепробовали все самые плотные, самые твердые породы древесины. Это там акация, дуб, ясень, бук, черешня, груша. Все не подходило. Были нюансы, там вибрация, плотность маленькая, легкие палки. Проблем куча. С грабом все вышло на самом деле очень хорошо. И лично мое мнение, граб — это прекрасная альтернатива американскому ореху или, как говорят, хикари. Вот. Мы на данный момент разработали очень клевую технологию, которая позволяет делать плотные, тяжелые и действительно качественные палки, которые реально держатся на уровне. И всего лишь нормальная цена — 150 гривен. Ну, це найголовніше. Ну, значить, тривалість в порівнянні, скажімо, там, з Вікфьорст. Ну, я думаю, будет некорректно, как бы, говорить, кто лучше, кто хуже. Не, я маю на увазі, тримаюся скільки. Мы максимально уже близко возле них, скажу так. Были времена, у нас были проблемы, когда действительно палки быстро летели, было много претензий к нам, но мы работали, очень плотно работали, мы сотрудничали и с институтами, и с технологами, и с фрилансерами, которые помогали разрабатывать эту нашу специальную технологию. И сейчас я с полной уверенностью скажу, что такого граба вы не найдете во всей Европе. Шикарно, шикарно. Так, ну и такие вузькоспеціальні питання. Значит, ось, наприклад, Дейвід, з яким я граю, він в одну руку бере 5B, в іншу 5A. Тобто є такі, ну, якісь спеціальні, що типу розпаровані, щоб були. У нас поки нет такого, ну і я, ну, на своєму опыте іноді бувало теж там в эту руку взяв тяжелее палку, щоб брімшот мощнее був, а тут полегче, тому що там быстрее надо играть. Вот. Ну, если будут реально большие запросы на подобные, ну, модели, мы обязательно будем делать. Ну, я, кстати, скажу, что мы действительно сейчас работаем с многими топовыми украинскими музыкантами. Это Саша Люлякин с Бумбокса, Витя Корженко, Танок на Майдане Конго, Саша Солоха, Саторвальдов. И мы действительно с ними разрабатываем модели, которые позволяют, во-первых, их потребности максимально удовлетворить. Ну и... И вообще, в целом, они помогают нам больше внедриться и понять вообще, ну, что такое палки и как это все внутри выглядит. Круто. Значит, підсумовуем. Украинский граб, витривалість, низка в порівнянні з ціна. Які ще фішки?
И самое главное, мы активны. На рынке. Это я помню. Да, мы работаем с музыкантами. Ну, мы изначально как бы и создавались для того, чтобы поддержать украинский рынок, для того, чтобы развивать драминг в Украине. Мы работаем как и с начинающими барабанщиками, так и с топовыми барабанщиками. Мы иногда даже проводим там и фестивали, и мастер-классы пытаемся делать, участвуем на выставках. То есть максимально работаем над тем, чтобы детки, которые подрастали, они видели, что существует такое движение и присоединялись к нам. Мы создаем рынок. До речі, щодо діток, а є дитячі палочки? Да. Спеціальні модельки 7А, які якраз самые тонкі, самые короткі, і якраз для діток самые удобные, виходить. Ну, є ще такі моделі, як вони називаються Kids, ми ще їх не розробляли, вот, но в принципі, от модель 7А це якраз то, що треба для дітей. Круто. Ну и супутні товари, тренінг-педи. Да, вот, ну, это одно из самых важных вообще для нашего развития. Мы дальше развиваем не только модельный ряд палок, но и развиваем все аксессуары для барабанщиков. На данный момент у нас уже вышел первый пэд 8-дюймовый. Вот, кстати, цена тоже очень демократичная, качество максимально приближено к лучшему, потому что, ну, изначально этим всем занимаются барабанщики, разрабатывают это все барабанщики, тестят барабанщики, соответственно, мы делаем для кого? Для барабанщиков, и мы знаем, что мы делаем. Это действительно хороший, качественный продукт. Тихий, хороший отскок, нормальная цена, ну и вообще... И дизайн красивый, также. Ну, тобто барабанщики для барабанщиков, музыкантов и нормальных людей. Да, однозначно, однозначно так. Чехольчики. Чехлы – это на данный момент эксперимент наш. Пока массового производства нет, но я думаю, в будущем, когда у нас все уже будет выходить на действительно супер высокий уровень, я думаю, у нас будет не один вид чехла, а несколько видов чехлов, как и положено быть. Вот, поэтому... На данный момент пока так. Вот один вид пэдов, один вид чехлов. И развиваемся дальше. Круто. Так, сейчас почнеться гучна чвергодинка. Залишилось 3 хвилини, треба забити чимось ефір. Ну, я, знаете, что хотел сказать? По поводу этой технологии, о которой я вот минут 5 назад сказал, в подтверждение тому, что сейчас на данный момент действительно хорошие палки, мы за полгода работы именно по этой технологии открыли для себя внешний рынок. На данный момент у нас появились партнеры в Белоруссии, в России, в Казахстане и даже в Нигерии. То есть, ну, наш бренд действительно активно развивается, двигается вперед, выпускает хорошую качественную продукцию, и эта продукция завоевывает уже действительно весь мир. Я надеюсь, что уже через год мы будем не только на украинской выставке, а где-то на каких-то международных выставках. Круто. Да. Ну что, мне лежается, ну, тобто, побажати подальшого розвитку. Будемо старатися, будемо працювати. Good luck. Вам, мабуть, і не потрібний, бо у вас і так, я бачу, все вирує, розвивається. Так. Клас. Команда, яка це все розвиває, так. Да. До речі, велика команда. Ну, не то, щоб сотні людей, но, як сказати, самі ідеологи – це я і мій брат, і Євгеній Устінов, який присоединился вже після того, як був основано StarStix. Человек, который знает, что такое музыкальный рынок, он основатель компании Allegro Music, это дистрибьюторская компания. Вот. Он помог нам действительно правильно сконцентрировать все свое внимание и работу на правильное формирование бренда. Вот. Класс, то есть вы тут одна банда. Ну, считай, ну, в принципе, да. Да. В Киеве тут все одна банда. Действительно, тут кто не проходит, о, Вася, привет, Коля, привет. Особливо тут, да. Всеукраїнського музичного ярмарку, всі тільки приходять, да, потусувати, побачити, да, да, друзів. Да. І хотілося б, звісно, щоб наш іменно український ярмарок розвивався і все більше і більше становився. Тому що багато ребята якраз цього і хочуть, багато над цим працюють. Ну так, да, що кажуть, у нас тут товар завоював номінацію на Музикмесе. Буде, да, круто, коли, да, типа, да, типа завоював номінацію до українського всеукраїнського музичного ярмарку. Спасибо большое. Дякую. Удачи, хорошего дня.